Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Барух Шем Кивод Малхуто Леолам Ваэд. Йешуа Хуа Машиах Хуадо. Ты путь приготовь для него. Ты путь приготовь, ты путь приготовь для него. Ты путь приготовь. Ты путь приготовь, ты путь приготовь для него. Иешуа, Иешуа, превознесем, превознесем. Yeah.
Давайте все вместе. Путь приготовь. Приготовь, путь приготовь.
גדול, אלוהי, שירו כי גדול, אלוהי, כל אחד תראה, כי גדול, אלוהי. גדול, אלוהי, כל אחד תראה, אלוהי, כל אחד תראה, כי גדול. Thank you.
вся слава.
только в Тебе одном, Господь, успокаивается душа моя. Только Ты один даруешь нам мир и покой. Только в Тебе наша надежда. Только в Тебе укрываемся, Господь. Ты крепкая скала. Ты наше убежище. И Ты окружил нас своей любовью, которая превыше всего. И ничего, ни высота, ни ширина, ни глубина не может нас отделить от Твоей любви. Thank you.
читаю из Библии, из книги Псалмов, 95 глава, 8 стих. «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его». Библия учит нас и призывает нас почитать Господа от имения своего, от всех прибылей своих. И здесь говорится, что как продолжение «воздайте Господу славу имени Его и несите дары Его». То есть почтение Господа, поклонение Господу, наше славословие и наши дары для Него – это все наше поклонение и почтение Ему. Есть церкви, которые прославляют Бога с помощью колокола, есть те, кто строят орган и прославляют Бога на органе, есть церкви, где священники одевают специальную одежду и читают псалмы на латыни или на древнерусском языке. А мы вот так поклоняемся Господу. Мы верим, что в поклонении главное – это состояние сердца. Мы верим, что каждый человек имеет возможность лично поклоняться Господу. И при этом не принципиально важно, какие музыкальные инструменты при этом используются. Важно твое сердце. Иисус сказал, где сокровище твое, там и сердце твое будет. Если твои деньги в кабаке или в ночном клубе, то рано или поздно там будет твоя жизнь и твое сердце. И твоя душа будет прилеплена к этим вещам. Если твои деньги в церкви, то и душа твоя, твое сердце, оно будет в церкви. Если вы сегодня первый раз на таком собрании, вас пригласили, или вы зашли сюда вот как-то случайно, не чувствуйте себя обязанными, это не оплата вашего пребывания здесь. Мы действительно таким образом поклоняемся Господу. Мы славословим, мы поем для Него, мы играем для Него, и мы для Него приносим наши деньги, продолжая поклоняться Ему. И давайте мы продолжим поклоняться и принесем наши дары для Него.
двери сердца и пусти дух святой будет другом. Милый друг, не смущайся и доверься любя, ведь сошел он на землю для тебя и меня. Святой земной, слышу тихий голос твой, ты со мной, я с тобой. Слава Богу! Я всех вас приветствую на нашем ежегодном конференции «Освежающие потоки». Я очень благодарен Богу за каждого из вас, за присутствующих здесь. Я верю, что это будет особенно вечера хвалы и поклонения. Также у нас дневные классы есть. В течение этих нескольких дней, трех дней, я верю, что Бог хочет нас посетить, обновить, сделать нас свежими, обновленными. Это наше время. Поэтому называются освежающие потоки. Потоки, которые приносят благословение. Вы знаете, я давно уже не разговаривал украинским языком. Очень давно. Да, так. В прошлом году, когда мы провели освежающие потоки, у нас было много планов, кого приглашать. У нас были на списке такие знаменитые люди, как Керри Джоуп, если вы знаете, да? У нас была возможность их пригласить. Это довольно хорошие лидеры прославления, поклонения других служителей. И мне пришла одна, может быть, удивительная идея. Несмотря на то, что происходит у нас сегодня здесь, на Украине, или в Украине, как с нами всегда придираются к нам, на Украине, вы что, верхом ездите? Ну, не знаем, как мы. Зато мы ходим по земле, которая благословена Богом. И ко мне пришла эта идея пригласить человека, который наш человек. Я имею наш человек, что он приехал из Техаса. А вы что думали? Наш человек. И-хо! Айо! Я могу тоже, как, знаете, в этом фильме Forrest Gump. When mama told me if I'll be a... Такое называется mumbling. Я пригласил человека, который на самом деле наш человек.
котором на самом деле отражается эта страсть по Богу в первую очередь. И вторая очередь – это любовь по стране, в которой она приобрела дом. Она не родилась в этой стране, но приобрела дом. Земля, которая для ней стала очень близка, настолько близка, что она разговаривает только на украинском языке. Мы ее встретили, даже она по-английски мы разговариваем, она мне все время по-украински. Отож, я могу сказать, я не знаю. Нічого, ні, я дуже добре розумію українську мову, але ж так розмовляти, як вона, я не можу. Я можу так западнянськи так дуже ладно сказати, запросити сюди до цієї сцени. Брію blessings. У нас ще босиком. Ото вже як. Це як? Я дома. А вона дома. І Одеса теж її хата. Ні. Дома чи хата, я не знаю. Наша хата, ваша хата. Да. По-молдавськи ще є таке місце, називається Касемари. Хто знає, що таке Касемари? Там, да, там все, там вот все происходит там. Хата то хата, а Касемари вот там, где идет уже вся гульня. Вот у нас вот сегодня Касемари. Море рядом, море. Море. Это уже, наверное, по-итальянски, наверное, да? Но на самом деле мы очень рады, что у нас сегодня в гостях человек, который не стесняется говорить о Боге. И если кто-то из вас следит за голос краины, она попала в голос краины. Украины. И там, где она, не стесняясь, говорила о том, кто ей все сделал, помог и сделал ее жизнь другой. Она сочиняет свои песни, она служит Богу. Ее семья приехала 20 лет назад до Львова. До Львова, до места Львова. О, они еще в Луганске были сначала. Ну, то да, тогда у тебя точно уже хата тут. Ваша. Дякую. Тільки точно після цей момент потрібно на ти. Господь тут. Я знаю, що Він завжди з нами, але знаєте, є такі моменти, що просто відчувається, і ти не знаєш, чи стояти, чи впасти, чи взагалі що говорити. Дякую, що ти так класно граєш. Взагалі, це вечір, це конференція, це місце прославлення. І просто серце навіть зараз не витримує. Я не хочу відволікати від того, що він хоче зараз робити. Тому я вас ласкаво прошу, якщо ви ще не там, заходите в його присутності, бо двері на небо зараз відкриті. І давай просто будемо насолоджуватися. Якщо ви це не відчуваєте, проси у нього, бо він хоче, щоб ви відчували близько зараз до нього. Thank you.
Адонай Елохім. Ісус Христос. Дорогий наш Дух Святий, це Ти, Господи, тут сьогодні зірка. Ти і тільки Ти достойний приймати вся слава, вся честь, вся любов, вся хочемо тебе підносити ще вище, і ще вище, і ще вище. Господь Бог, ми хочемо бачити Твою славу. Ми хочемо бачити Твою славу, але ми не хочемо торкатися її, бо вона все Твоя. Вона все Твоя.
knows just how beautiful you are, how great your affections are for me. 'Cause oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us. He loves like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. Oh, and all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory. And I realize just how beautiful you are, how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Oh, Він любить нас. Чому це так? Yeah.
зараз, яка не відчуває любов батька. Зараз, в цей момент я тебе прошу, щоб ця людина так відчувала, так відчула, так переживала цю твою любов. Боже, любов, це для тебе сьогодні. Можна просити зараз всіх просто тримати свої руки так. Ніби як, коли людина хоче тобі подарувати подарунок. Вірите чи не вірите, Господь хоче подарувати тебе, і кожного тут подарунок. Приймаємо твою любов. Ми приймаємо твоє прощення. Ми приймаємо твою надію. Ми приймаємо твою радість.
Господи, великий, я не заслужив рясної благодати, всіх обіцянок твоїх, вражений любов'ю, що мені даруєш ти. Жертвою своєю ти за гріх мій заплатив. Любов твоя, Боже, океані глибша, і за хмари вища. Океани глибші, океани.
хмари вище, і за хмари вище. Лине до зірок, лине до зірок. Был всегда ведь вечен ты. Ты видишь все, все видишь ты. Встаю, ложусь, иду, знаешь ты все, видишь вокруг.
звезды все твои, твои моря. И ты познал меня. Вечен ты, ты видишь все, все видишь ты, и когда я встаю, ложусь и иду. Знаешь ты все, видишь вокруг звезды все твои, твои моря, и ты познал меня. Yeah.
друзі, є особа, яка знає тебе. Він вивчив на пам'ять всі твої волосся, твоя посмішка. Він знає тебе до самих глибини. Він знає в цей момент, про що ти переживаєш. Він каже, прийди до мене. Я маю спочинок для тебе. Ти не маєш більше боятися. Ти не маєш більше переживати. Про те, що сталося сьогодні, чи про що буде завтра. Я питала, Господи, що ти хочеш зробити зараз? А він сказав, я хочу радіти, і хочу танцювати. Там є пісня «Твоя сильна любов». Тут слова будуть на екрані. Бути як діти. Ні смерть, ні життя, ні ангели сили, ні те, що є, ні те, що буде, ні гори, ні ріки, жодне творіння не розлучить твоєю любов'ю. Ні смерть, ні життя, ні ангели сили, ні те, що є, ні те, що буде, ні гори, ні ріки, жодне творіння не розлучить твоєю. Всі пробуйте! Ні смерть, ні життя, ні ангели сили, ні те, що є, ні те, що буде, ні гори, ні ріки, жодне творіння не сильна, сильна твоя любов. Твоя в серці
Я не знаю це слово sweaty українською. Плотне. Ну, мокра. Як? Спітніло. Ну, така виняюча. Так. Happy songs. Окей. Печак історії. Я любов'ю вічної ікра, і серце я своє відкрив, щоб ти, Господь, мене звільнив. Радію вістині твоїм, і руки я свої підняв, завжди співатиму я про любов твою. Твою вічну співаю, про любов твою вічну співаю, про любов твою вічну співаю. Хочу танцювати. Хтось хоче? Це дивно знаю я. Та коли побачить світло світ, затанцюють всі, як танцюємо ми. Давай, церква! Хочу танцювати для тебе, Ісус. Це дивно знаю я. Yeah.
вічно співаю, про любов твою вічно співаю. Можете відпочити. Бо я... Ні, добре, тоді не відпочивай. Ви можете зі мною танцювати. Взагалі, я знаю, що тут, в цьому кімнаті, є люди, які знають цю пісню. Я сьогодні не надрукувала слова, але я сподіваюся, в мене є велика надія, що ті, хто знають, будуть зі мною співати. Амін. Є таке питання, що така пісня про славлення. Багато хто думає, що це обов'язкова пісня, що співається про Ісус, чи про Бога, чи про якісь духовні речі. І це правда. І я також так думала, що це тільки включаються такі пісні. Але потім я пішла на телешоу. І ой, дуже дякую. Це якесь спасіння в бутилці. Дуже дякую. А, тобі є. І якщо ви не дивилися, то перший етап, я співала пісня українська «Я піду в далекі гори». О, дивилися, добре. Тоді ви можете розказувати всім іншим, які не дивилися. Ну, це не рахується. Я... Всі знають пісню «Я піду в далекі гори»? Добре. Прекрасна, чудова, ідеальна українська пісня. Але це не рахується пісня про славлення. Просто гарна українська пісня. Я теж так думала. Поки мені не почали написати ВКонтакті такі повідомлення, що Брія, я знаю тут, що ти 100% віруюча, хоча вони не показували, як ти говорила про Бога, нічого. Але я впевнена, що ти віруюча через те, як ти прославляла Бога, коли ти співала «Я піду в далекі гори». І я думала, хіба? Я ж там, ну не знаю, я не стояла там і думала собі, я зараз буду поклонятися, прославити Господа. Але в цей момент я просто щось для себе зрозуміла після багато років в своєму житті, що прославлення – це має бути все, що входить від нас.
Все, що ми робимо, чи ми працюємо в клініці стоматолог, чи ми працюємо на базарі, чи ми співаємо, чи ми mowing the lawn. Як буде mowing the lawn? They don't do it. They don't do it. Nobody does it. Косить траву. Да, якщо косиш траву. Да. Може, хтось робить, я не знаю. Чи ми помиємо вікно, чи ми просто з кимось розмовляємо, все це має бути прославлення. Я ж сьогодні дивилася, слухала птахів, і я думала, ну вони не думають собі, чи зараз це час, ніби в церкві, чи якось прославити Господа, чи ні. Вони, все, що вони роблять, це прославлення, бо Господь для цього і їх створив. І так само з нами. Ми були створені, як і ангели, тільки навіть вище ангелів, щоб прославити Бога. Тому, щоб ми не співали, це має бути прославлення. Тому ця пісня теж, коли я її написала, я не думала, що зараз я напишу пісню прославлення. Я просто написала пісню, молитва для нашу країну. Але це має бути теж в цій пісні прославлення. І я сподіваюся, що ви і будете прославити Бога за цю країну, яку він нам подарував. І що в цій пісні ми будемо благати йому, і це буде крик просто з душі для його благодать і милість, і любов, щоб це було пролите просто на нашу країну, щоб всі навколо нас побачили Бога через нас, бо ми є його церква, ми його руки, ми його ноги. Ми з вами, друзі, Україна. Всі чорні птахи злетілись на схід, закрили нам сонце і світлі дні. А наші летять, в них страху нема, ще трохи розійдеться пітьма. І знаємо ми, це синьо-жовта земля, єдина наша країна, в нас є світле майбуття. Так Україна живе, з вершин хай всі заспівають, разом ми Україна. Ой, мамо, мамо, не плач, за мене молись, підтримуй любов'ю ти мене. І в серці завжди з тобою я є, і в серці моєму будеш ти. І пам'ятай, це синьо-жовта земля, єдина наша країна, в нас є світле майбуття. Так Україна живе, з вершин хай всі заспівають, разом ми Україна. Це синьо-жовта земля, єдина наша країна, в нас є світле майбуття. Так Україна живе, вершин хай всі заспівають, разом ми Україна, ми Україна. Небесний наш ти отець, хай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, тобі вся слава й хвала. Благаєм, ти бережи наших сестер і братів, тримай в своїх руках, святиться твоє ім'я. Небесний наш ти отець, хай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, тобі вся слава й хвала. Благаєм, ти бережи наших сестер і братів, тримай в своїх руках, святиться твоє ім'я. Небесний наш ти отець, хай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, тобі все слава хвала. Благаєм, ти бережи наших сестер і братів, тримай у своїх руках, святиться твоє ім'я. Це синьо-жовта земля, єдина наша країна, нас є світле майбуття. Так Україна живе, з вершин хай всі заспівають, разом ми Україна.
сердце синьо и жовта земля, єдина наша країна, Настя світле майбуття, так Україна жива. Ми Україна, ми Україна, ми Україна. Это только первый вечер. Аллилуйя. Давайте встанем в наши ноги. Всемогущий Бог дал нам это время для нас лично, для каждого из нас. Но, может быть, здесь есть люди, которые случайно пришли, либо вас пригласили. Вы пришли в этот зал и пережили нечто особенное в вашей жизни. Увидели радостных людей, молодых, прекрасных девушек, парней, уже взрослых людей. Увидели техасского рейнджера такого, который покинул свою страну, где родилась, прилепилась к Украине, которая молится за Украину, стала патриотом страны, которая была не ее, стала родной. Может быть, вы спросите, почему? Что их так возбуждает, заводит их поклоняться, поднимать руки, славить Бога? Я вам скажу. В нашей жизни произошла перемена много лет назад. У кого-то, может быть, недавно. Потому что мы осознали, что есть Бог, который нас любит. Который так возлюбил тебя и меня, весь мир, что Он отдал Своего Сына. Его имя на разных языках по-разному, но суть Его одна. Спаситель. Ишуа на иврите говорит «спасение». Иисус на русском языке, украинском «Иисус». Иса на арабском «Jesus» на английском. Иисус на испанском. И как бы вы ни называли Его, Его имя единственное под этим небом, что может дать человеку спасение. Без Него нет примирения с Богом, который создал всех нас. И все, что тебе нужно. Преклонить свою голову и сказать, я хочу такого Бога, который слышит меня, с которым я могу общаться, который путь направляет меня. Я хочу такого Бога. Я хочу поверить в этого Иисуса, который висел на Голгофском кресте в Иерусалиме. Поверить тому еврею, который, вися между небом и землей, простил мои грехи. Которому поклоняются сегодня миллионы и миллиарды людей. Он есть Бог. Он есть обещание наше. Он есть наше спасение. Для тех, кто, может быть, пришли сюда, потому что вы засохли. Христианская жизнь, суета этого мира, она задушила ваш огонь, ваше стремление о Боге. Мы назвали это обновлением. Обновляющие потоки, освежительные. Подними свою руку к Богу и скажи, Господь, обнови меня в своей любви,
просто обнови в этих отношениях с Тобой. Я хочу поклоняться, хочу славить Тебя, величать имя Твое. Я Господь пред лицем Твоим. Прости меня. Благословенно имя Твое. Боже, наполни мою жизнь этим присутствием, реальностью Твоей. Дай мне наслаждаться Тобой всегда, потому что Ты удивительный Бог. Ты удивительный, Ты сотворил эту землю, вселенную. Посреди всей этой вселенной Ты увидел меня здесь, в это время, и Ты пришел, чтобы спасти меня в первую очередь, обновить меня, сделать меня свежим. И, Господь, последующие 3 дня, Господь, я хочу быть в присутствии Твоем, приходить на это место. Благодарим Тебя за это. Бешем Ишуа Машехейну. Во время, когда мы поклонялись, Татьяна сделала, и, знаете, вот есть сейчас новое в прямом эфире, перископ называется. Кто знает, что такое перископ? Нас в прямом эфире смотрело сколько? 77 человек. Да, 77 человек. Выходили, заходили, но из Бразилии, из Аргентины, Америки, Польша передавала привет, нас смотрела, Украина, в России, Израиль и даже Канада и Исландия. Кто-то там в Исландии смотрел нас, смотрел нас. А теперь представьте себе, что мы, у кого есть такая функция, может тебе сделать, и все ваши друзья, где бы они ни были, где они бы ни жили бы, вы бы в прямом эфире включили бы, они смотрели бы и переживали вместе с нами то, что мы переживаем. Это важно. Ух. Я расскажу, что будет у нас в последующие дни. Завтра, в субботу, вы понимаете, что сегодня уже шаббат настал, да? Начало служения, то есть мы продолжаем хвалу и поклонение, то есть мы конференцию завтра и послезавтра в 11 часов утра до половины где-то второго, потом у нас мастер-классы будут, потом в 6 часов вечера и до 8. В воскресенье в 11 часов здесь церковь прославления, она собирается, продолжается. В этом же потоке мы будем течь, в этом потоке, который Бог уже предусмотрел для нас. Потом у нас и в 2 часа, и последнее завершающее служение в 17:30 здесь, в этом месте. Я не знаю, что Бог приготовил, но у Него всегда есть для нас предложение. Знаете, какое у Него предложение? Вот я. Вот я. Последуй за мной, пошли со мной. Когда Андрей, апостол Андрей, и шел за Иисусом, Иисус обратился к нему и сказал: что ты хочешь? По-одесски, что надо? Он ему говорит: Ребе, где живешь? Пошли со мной. Написано, что они провели тот вечер с ним. Вечер хвалы и поклонения. Я не знаю, что было там, но, наверное, поклонение. Андрей встретил Петра, брата своего, Симона, и говорит: мы, то есть я нашел Мессию. Я надеюсь, что мы переживем Бога так сильно, что мы вернемся в свои дома, в свои города, в свои места, откуда мы приехали, и мы скажем: мы там встретились с Мессией, мы там пережили Мессию. Это всегда было мое сердце, как пастор, как служителя. Для этого существуют освежающие потоки, чтобы мы переживали, чтобы это не был концертом, представлением, танцем, музыки и так далее, или фэшн, который у нас есть.
пережить Бога. Это цель. И я молюсь, чтобы это было на этом уровне. Может быть, в рекламах начнется такая жара Одесса. Приезжай на освежающие потоки. Чего бы нет. Может быть, это огромнейшее место возле моря снимем. И Тарханкут будет здесь. И другие места будут здесь. Но я очень благодарен для того, Богу за вас. За этот вечер. Кто из вас реально мог пережить Бога? Я не ожидал этого. Вообще-то, что можно еще ожидать, если ты ничего не ожидаешь особенного? Давайте мы сделаем эту песню, которая вот сейчас играет, провозгласим, что в этом городе ты Бог. Мы скажем небеса, что ты Бог. Я надеюсь, что мы через время сможем собираться не вот только 500 человек, которые собрались здесь, а тысячи из разных общин, церквей, деноминаций. Соберемся, поднимем наши руки, наши телефоны, зажжем им и будем, как, знаете, как на том Майдане. Они там все светили вверх, а мы будем все, поднимая руки к Богу, говорить простые слова. В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь. Амин. Нет таких, как ты. В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь. Для людей это ты наш Господь. В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь, для страны этих ты наш Господь. И во тьме этой ты свет, ты надежда, ты ее нет, миром жизнь наполняешь, лишь ты. Нет таких, как наш Бог. 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 Нет таких, как наш Бог.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит Господь на тебя светлым лицем своим, помилует тебя. Да обратит свое лицо Господь на тебя и даст тебе свой мир. Аминь. До завтра, друзья. Давайте, до завтра.